Я по фану взял. Я увидел сварка, полная поддержка. Я понял, что в этой игре стараться потеть я не буду, поэтому взял СФа, просто хуй страдаю и все. Победа 24, понимаете? В следующий раз победим. Ну как я с ним буду стоять? Ну типа, вы прикалываетесь, сварка, полная поддержка. Смотри, это билд, это билд игрока, который будет помогать мне на линии. Стою до 4-5 уровня, покупаю маску, иду в лес. Я не буду с ним стоять. Но это будет въебана линия, потом опять будет кричать, что я виноват. Хотя, вот никто не видит, что... Вот никто не написал, что типа, блядь, мне руинит катки. Будет винить, вот смотрите, мы въебем эту катку, будет винить, что типа я на СФе хуёво сыграл. Хотя, ну по факту, у меня нет саппорта. У меня сварк, блядь. Блядь, я не удивлюсь, если со стрима. Вот, ну, типа, есть такое подозрение. Я, наверное, койла больше качать не буду. Чисто через физ урон пойду. Нахуй мне эти койлы нужны, блядь, если все равно сейчас лес будет у меня. Чтобы просто себе настроение не портить, стоя, блядь, с ним на линии. Просто пусть что хочет здесь делает, блядь. 0-100 стоит там, не знаю, блядь, фидит. Мне просто поебать. Я не хочу стараться сейчас вот это вот, блядь, против двоих стоять, что-то там, блядь, не знаю, потеть. Нахуй мне это надо. Я просто буду стоять в лесу, блядь, и сражаться против крипов. Мне это больше нравится. Ну, проиграем, значит, проиграем. Что сделать? Когда ты пикаешь алхимика и ВК в саппорты... Ой, блядь, как такое было? Чел, я взял тогда алхимика и ВК в саппорты, блядь, после того, как мне взяли в этого... А, ладно, все, блядь, ты просто вырываешь, блядь, из, знаешь, вот, из полной истории, из того все, как это было, блядь, и делаешь из меня, типа, долбоеба, сейчас в бан улетишь, нахуй. Там было все по-другому, блядь. Я играл на кэрри, со мной взяли этого... Кого там взяли, блядь, я уже не помню. Я играл на кэрри, взяли типа такого же нахуй сварка со мной на линию. Мне заруинили катку, я сгорел, блядь, и взял нахуй алхимика, блядь, в кэрри. В пятерку, блядь. Было такое, было. Мне заруинили, я взял, блядь, сгорел. Что мне нельзя, что ли, блядь? Долбоебы сливают мне рейтинг, блядь, я буду сидеть нахуй под этим катки тащить. Пошли они нахуй, блядь. Охуенно придумал, блядь. Как будто я на ровном месте взял, блядь, в пятерку алхимика. И фармил на нем, блядь, эти предметы. Просто так хотя бы я какой-то, знаете, опыт получу, играя на СФе. А взял бы сейчас кэрри, блядь, ну, типа, результат никак бы не изменился. Ну, у меня нету саппорта, я бы линию проебал бы, ушел в лес. Я лучше так по фану побегаю, хотя бы какой-то опыт, играя за СФа получу. Опыт леса. Ну, просто кнопки понажимаю, типа, понимаешь? Просто понажимаю кнопки, какой-то, не знаю, какую-то экспу получаю. Получаю с этого всего. Как бы это лучше, чем я бы играл на керри, на котором я 100 тысяч раз играл, блядь, и... Как бы вряд ли я что-то новое с него получил бы. А этот какого-то свардара берет в мид. Ну, я говорю, это просто вот... Либо опять начинается этот ебаный скрытый пул, походу он не закончился просто. Дали две игры выиграть и снова, блядь, кидаю пиво ебаное. Ну, я не верю, что это нормальные игроки какие-то, блядь, с какого-то хорошего рейтинга, блядь, с хорошей порядочностью. Это просто мусор какой-то. Просто мусор, нахуй. Типа, вот, ладно, окей. Мне заруинили линию, взяли, типа, вместо саппорта взяли кэрри. Кто заруинил линию с Вардару? Вот просто, кто ему нахуй помешал взять туда нормального героя, разъебать мид и в соло практически выиграть игру? Он мог это сделать? Мог. Почему он это не сделал? Почему он взял, блядь, какое-то дерьмо... Зачем просто, я не понимаю. Самое главное. Да при чем здесь ЧСВ? Ну, блядь, ну чел тоже стрим-снайпер, скорее всего. Хули ему надо, блядь? Че он меня ебался, блядь? Что, блядь, нахуй? Мне не весело, блядь. Идите играйте. Я просто стою, блядь, бью крипов, жду, когда это закончится, нахуй, говно, блядь. И новое начнется. Заруинили катку, блядь. И теперь что мне сидеть, нахуй? Я на стриме. Если бы я был не стрим, у меня вообще похуй. Я пошел бы, не знаю, там он сейчас... Включил бы, блядь, Бравл Старс, нахуй, на телефоне, блядь. Сидел бы в Бравл Старс, играл, блядь, вообще поебать. Что здесь происходит, блядь. Какие там, нахуй, герои, блядь. Какие там поддержка, блядь, не поддержка. Мне вообще похуй. Блядь, хорошо, что в доте есть такая хуйня, чтобы кидать, блядь, и в два раза с одним долбоебом не играть, блядь. Это прям вообще это божественная вещь. Просто, блядь, спасибо Габену.
Видите, кого-то даже убиваю. Не все так хуево. Бля, нахуй вы это пишете, типа, тэпа его на базу, бля. Что, это смешно смотреть, как, типа, сливают катки? Ну, я надеюсь, что вам будут сливать катки. Вот кто это нахуй пишет, блядь? Надеюсь, тебя такого долбоеба кинет в команду, который будет тебя тэпать нахуй на фонтан. Чтоб ты так нормально кайфанул с этого. Если ты считаешь, что это вообще весело. Просто как бы я в этом ничего веселого не вижу. Как бы, знаешь, сыграть как долбоеб, в этом ума большого не надо. Ты просто, блядь, берешь и играешь как долбоеб. А сыграть хорошо, вот это сложно. Поэтому, если ты думаешь, что это, типа, как-то, блядь, его... Ты попробуй сыграть нормально. Вот, типа, реально затащить попробуй. Это прикольно. А играть как долбоеб, это ума не надо, блядь. Просто бегай как, я не знаю, там... Не нажимай кнопки и все. Ничего там сложного нету. Ничего страшного. Ну ничего страшного. Бывает, бывает такое. Зато БКБ уже есть. Ой, блядь. Бля, он еще его не убьет, что ли? Пиздец. Ебать! Они там все сдохли. Да и похуй вообще. Войс врубили бунт. Ты хочешь услышать вот этого чела, который мне сейчас сливает катку, что он скажет? Ни за что. Никогда в жизни, блядь. Просто никогда в жизни, нахуй. Надо кинуть ему еще этот мьют. Я редко кидаю, но просто, чтобы никогда в жизни, нахуй, не услышать его. Просто никогда в жизни. Просто, блядь, бесконечная блокировка, нахуй. Никогда в жизни его не услышать, этого школьника. Ну чё, блядь, есть там какая-то кнопка нахуй в него? Собака, блядь, лезла нахуй за этим, за Аегисом. У него одни диффуза за 24 минуты, блядь, лезет нахуй за Аегисом. Куда ты, блядь, лезешь, сука? Убери свои лапы, нахуй. Отходим. А что там делать, блядь? У нас герои, блядь, полное говно. Мы все проебываем. Смотри, 15 на 26 счет. Вот я уверен, что сейчас график в их сторону, блядь. И куда нам драться, блядь? Они идут дальше пушить. Прыгнешь в него? Прыгай. Ладно. Ебало разлетается. Ебало просто разлетается, блядь. Просто ебало разлетается, нахуй! Это SF. Это легенда на SF, ребята. Так, а что здесь можно взять? Ну, вообще, есть какие-то опытные SF-ы в чате? Что на SF-ы сейчас купить, чтобы я ебашил жестко? Извиняюсь. Мне кажется, надо за БКБ просто убивать. Если я за БКБ не убиваю никого, то смысла нету. То есть, дэмэдж. А дэмэдж это у нас что? Это криты, правильно?
Значит, берем криты. Помощь, 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 встаю. Где я, блядь? Ну, прикольно поиграли, прикольно. То есть, блядь, кинула с вот этим вот типом, понимаете, он мне слил катку, я кое-как, блядь, начал камбэкать, начал отыгрываться, и меня начали тэпать на фонтан, я понял, ладно, ладно. Ну похуй, это не выиграть, если, сливают уже так откровенно, типа, ну это все не выиграть. Невозможно играть. Удачи. То есть у мрази настолько сгорела жопа, что, понимаете, что несмотря на то, что мне берут, блядь, полную поддержку сварка, я все равно ебашу. То есть меня это не останавливает. У меня интеллект в доте, блядь, он намного выше, чем у них вместе взятых, блядь. И несмотря на то, что нахуй они мне сливают катку, я все равно ее побеждаю. То есть, понимаете, они специально ее сливают, я ее побеждаю. И там уже окончательно жопа не выдержала, блядь, он начал меня тэпать под фонтан. Ну просто, он понимает, что сейчас я выиграю. Я сейчас куплю еще один слот, у меня там было 3500 денег, я покупаю какой-нибудь сатаник, все. Я в соло выиграл доту, один, блядь, против руинеров, нахуй. Ой, с руинерами против нормальной команды, один выиграл. У него сгорела жопа, он начал меня тэпать под фонтан, ну просто забей нахуй. Просто если бы это была не стимовская игра, а какая-нибудь там, не знаю, от Blizzard, то можно было просто вот, ты сидишь, стримишь, это отличный вариант, ты просто видишь, ну, типа, фул долбоебов, которые сливают специально игры, просто даешь, там, ну, если бы это была Blizzard игра. Кидаешь им, блядь, они с удовольствием таких, блядь, банят, вот, с удовольствием. В Steam, к сожалению, всем похуй, ну, типа, им вообще поебать. Ну, блядь, чел просто взял на стриме, слил катку стримеру, да и похуй. Поэтому здесь такого не будет. В любой другой игре, мне кажется, там Team Fortress, ой, Team Fortress, блядь, Fortnite, Overwatch, какой-нибудь, не знаю, там, Hearthstone, там, от Blizzard. Я думаю, там такое просто сразу наказывают. Там сразу, блядь, заблокируют нахуй аккаунт и заблокируют вообще возможность регистрироваться, блядь, у них. И ты просто посидишь такой, блядь, а как? А что, блядь? И все. И все. Посидел, блядь, поприкалывался, нахуй, до свидания. Иди, блядь, в другую игру. Ну, здесь всем похуй. В доте всем вообще поебать. Тут половина, ну, не половина, блядь, тут процентов, наверное, 10 комьюнити вот таких, блядь, которые сидят, нахуй, сливают катки.